Всем здорово, народ! Всем доброго времени суток! И мы с вами продолжаем нашу калибровку. 7 матчей уже сыграли, 6 победили, 1, к сожалению, проиграли. Посмотрим, какой же ранг получится достигнуть. Кстати, пишите ваше мнение, или, может быть, вы точно знаете, какой максимальный ранг вот именно получить за калибровку. Я не думаю, что супер-пупер какой-то крутой, но я думаю, что золото можно. Вот, напишите, пожалуйста, если знаете. Итак, сегодня у нас уже противник нелегкий, эксперт. Так что не думаю, что будет легко. Слава богу, бросание мы выигрываем. Стоп, а где он? Ага. Ну, то есть вот такие вот пропускаем, да? Ага, сик. Ага, понял. Слишком много ага, кажется. Ну, не кажется, да? Слишком много кажется. Забыли тему. Так, он едет. И чуть-чуть вот с таким вот отставанием. Это нам принесло победу в этом противоборстве. Он опять пропускает. Как так-то? Я напишу в это фе. За что это за гол такой он пропустил? Он же эксперт. Он не должен такие пропускать. Видимо, чувак огорчился. Слово, вот он мне и не забил. А я ему пишу close one. Не пишет, что он плачет, насколько я понял. Там не кри, а край должно было быть. Плачу каждый раз, когда ты мне забиваешь. Ну извини, чувак. Такова игра. Моя игра. Она мне принадлежит и ни в коем случае не тебе. Наверное, это все потому, что я уже в соло научился играть хорошо. Хотя, кто его знает? Вот сейчас надо вернуться. Точно. Отлично. Хотя, нифига отличного. Я еще падаю, а он уже рядом с моими воротами. Ему не повезло, он промазнулся немного. Какая-то опять дичь была. На это не обращаю внимания, едем дальше. Чуть-чуть не хватило. Вот это здесь тоже, кстати, работает. Надо почаще выносить врага. Соперника, вернее. Мы же не в войнушку какую-то играем. Так вот мы его обвели по воздуху. И забили. 4-0. Странно даже. Красивая обводочка. Если вам понравилось, ставьте лайк. Could you skip? Окей, парень. Ты просто не знаешь, что я записываю, и мне важно посмотреть. Чтобы зритель увидел. Отбил. Отлично. Вот, ребят, я не знаю, кто в меня вселился, что за профессионал. Но такие вот отбивать штуки. Ой, мне чуть не поснуло слово. Ох, хорош. Так, от стеночки в атаку. Отбил, хорош. Нет, это тоже не промах. Почти попал, к слову. Продолжаем контратаковать. Так. Вот так вот мы у него перехватываем мячик. И забиваем. 5-0. Ладно, эту заставочку я пропущу, чтобы он не расстраивался. Все-таки надо уважать людей. Он в мою сторону полетело. Отбил. Отлично. Так. Отлично. Слушайте, ну, в сухую такого чувака, ну, я чувствую, что он может играть. Это не какой-то там, не знаю, Иван из первого класса, который, вот, я говорю, что он умеет. Я почти, правда, задефал.
Well. Наверное, пишет, что пора заканчивать или... Я как-то не так понял. Но сейчас он решил промахнуться немножечко. А вот я сейчас решил, и пока я падаю, у него есть все шансы. И он не пользуется. 5-2. 5-2. Вот он начинает уже реабилитироваться, ребята. Все-таки мне интересно, что же будет. Кто же в итоге победит? Удача или скилл? На чьей стороне удача еще? Тоже интересный вопрос. На миллион. Пока что на его. Капец, вот такой вот рандомчик получился. 5-3. Я начинаю волноваться. Начинаю немножечко соковать. Так, хороший вброс. Ой, а он на раме был, а я не видел. Вы видели? Вы тоже, наверное, не видели. Вот, 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 вот. Шанс! 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 Отлично. Он сам! Он сам! Он сам забьет. Все. У него не было выбора, он был уже далековато в тот момент, когда я пробивал. Ох-ох-ох. Интересно получилось вбрасывание. Такая ничья у нас не получилась. А вот сейчас, сейчас он забивает. Потому что у меня не было нитры с самого начала, у него была. Ничего-ничего. 6-4, уже 10 мячей мы с ним заколотили. Только себе представьте. 10 мячей. Ну, игра реально равная. Если поначалу, я еще там как-то вроде как... Ему просто, мне кажется, не везло. Сейчас он взял себя в руки. Продолжает играть. 7-4. Разрыв, 3 мяча. Хочу увеличить его хотя бы до 4. Топ уж вообще прям не волноваться. Такие вот сейвики. Тоже приветствуются. Оп. Сейчас нужно резко вернуться. Опять то же самое. Ну нет, здесь у него не было нитры, он уже чисто на прыжках возвращался. И это уже добивание. Разрыв 2 раза. 8-4. Позапрошлой, по-моему, в серии был такой счет у нас. Выиграли тоже. Ну что ж, я могу нас поздравить. Это получается шестая победа в нашей калибровочке. Еще один мяч. 9-4. 7 матчей сыграли, 6 победили, 1 проигран. Притом это уже эксперт. Парень не промах. Он мог бы, он реально мог бы, если бы захотел. Так, пишем его тоже в ГГ. Так, ребята, вы это тоже видите, да? Вот этот вот значочек. Это золото. Это о чем нас с вами говорит? О том, что я победил золото. Это значит, что у меня уже точно больше, ранг будет больше золота с вот этой палочкой. Если я буду так дальше выигрывать, может быть, я добьюсь какого-нибудь синенького. Давайте даже выйду, посмотрю. Покажу вам еще раз. Есть здесь вот такая вот вкладочка. Лига Ранкингс. И вот здесь все ранги, которые вообще возможны. Grand Champion, это вообще... Это я не представляю, кто здесь играет. Вот здесь поэтому. А у нас с вами есть шанс... Вот у нас мы вот этого победили. И есть шанс добиться синеньких. Какой-нибудь синенькой. Хотя бы восходящей звезды. Или хотя бы Challenger Elite. Вот. Так что, ребята, всем спасибо, что смотрели. Понравилось, поставьте лайки. Подпишитесь на канал. И ждите новых видео.
Всем до встречи, удачи, пока!